Привет тебе, дорогой Евгений Воропаев, наш Добрый день. знаменитый педагог, психолог, работает со студентами, работает с артистами, из Украины, любимый. Давай. Ну, мне очень приятно ваши комплименты. Ну, знаете, я уже в таком возрасте, когда, как говорится, будем говорить больше о содержательных моментах, которыми я очень дорожу. Вы ученый, и мы с вами на какой-то одной волне занимаемся очень близкими вещами. Я очень дорожу нашими диалогами. Ну, может быть, не платоновскими, но, во всяком случае, мы в каком-то хорошем духе обмениваемся своими точками зрения и не приходим к каким-то однозначным «слушали, постановили». Помните, да? В общем, вы высказываете какие-то точки зрения, я высказываю. И я надеюсь, и одна, и другая точка зрения хороша и интересна для слушателей. И я хочу напомнить, что в прошлой нашей встрече мы хотели продолжить тему катарсиса. Мы говорили об экстазах, экстатических состояниях, но не религиозных, а артистических. Артисты тоже льют слезы и считают мурашки, которые бегают по коже. Вот примерно то же самое, вероятно, происходит, когда катарсис происходит. Ну, и меня, конечно, интересует, вы физиолог, и что бы вы сказали о механизмах катарсиса, потому что, ну, какие-то механизмы в психологии музыки описаны, но вы тоже в этом, то кажут украинцы, обізнані. Давай катарсис определим в двух словах, что это такое, чтобы мы все понимали в нашей школе «Человек будущего» Homo Futurus, что мы под этим подразумеваем, чтобы мы все понимали одно и то же. Ну, в переводе на русский язык это означает очищение. Притом, ну, специалисты иногда разделяют катарсис, ну, по написанию от разных греческих слов, одно из которых ближе к физиологическим процессам, а другое слово ближе к, ну, религиозно-духовным процессам. Но впервые это слово употребил Аристотель в своей поэтике, это известное дело, и часто говорят о том, что он его употребил, а объяснить не объяснил. И поэтому идет до сих пор спор, который, наверное, никогда не закончится, о том, что же все-таки Аристотель имел в виду. Ну и мы здесь не будем весь этот спор повторять, потому что, ну, каждый интуитивно, будем считать, что вот в традициях постмодерна каждый по-своему имеет право это представлять, но Хорошо. слово Я хочу тебя. «очищение». Очищение, наверное, вот будет ключевая точка. То есть От чего очищение? очищение, кто-то говорит очищение эмоций. Кто-то говорит, да это просто физиологическое очищение, то есть, ну вот как бы. Ну вот, например, я когда-то был еще подростком, на рассвете лежал в кровати. Я думал, думал, как человек устроен, как мозг устроен, почему у него тело, руки, ноги и так далее, его предназначение. И в какой-то момент, потому что я постоянно до этого на эту тему думал, между сном и бодрствованием, в этом драйве между сном и бодрствованием, в этом состоянии, вдруг мне открылась истина, что оказывается человек не просто у него шея, а что его организм – это некий генератор, который синтезирует вещества какие-то, что шея не только для того, чтобы галстук завязывать, а потому что весь организм имеет такое какое-то более высокое назначение, что его тело тоже не просто так, руки, ноги, ну, что человек – творец по природе. Ну, короче, какое-то произошло проникновение в какое-то понимание. И как-то я так успокоился, как-то разом мне стало легко. Ну, это, наверное, так оргазм люди испытывают в биологическом смысле, а я в духовном смысле. Вот это вот проникновение. Это катарсис или это экстатическое состояние? Или это вот, я хочу просто уточнить, или это проникновение, когда ты решил какой-то вопрос, и у тебя снялось предыдущее напряжение, очищение произошло, о котором ты говоришь.
Но потом мне стало так себя жалко, потому что я вдруг представил себе, что я открыл истину. Мир такой большой, а я такой маленький, лежу в этой кроватке и думаю, вот умру, например, и никто не узнает, вот это вот, оказывается, вот эта истина есть. Да, и вот так мне стало себя жалко. Ну вот, допустим, вот это было очищение, катарсис, экстаз, или что это было? Ну, давайте так, мы здесь не можем держать строгую научную достоверность. И я бы сказал, что это был момент очищения, катарсиса, только он был на уровне интеллектуальном, духовном, мировоззренческом. Вот, а когда, допустим, мы делаем вот эти ваши движения, да, и вдруг вот после этого комплекса вот где-то плечи перестали подниматься, да, выражение лица стало более, ну, таким человекообразным, вдруг перестало что-то болеть, колоть и все такое. Это, наверное, ближе тоже очищение мышечное, да, телесное очищение. То есть освобождение от нервно-мышечных зажимов, у меня было освобождение от блоков сознания, от стереотипов, да, от шаблонов, а здесь, когда мы делаем разгрузку, или шалтай-болтай, или хлёст, и переживаем о своем, там, или задаемся какими-то вопросами, и в какой-то момент вдруг происходит как бы освобождение, очищение, просветление. То есть вдруг мы поняли, оказывается, надо было вот так наш вопрос решить, который нас волновал, а вдруг тут прояснилось и поняли, что вот так надо решить. Вот это и есть очищение тоже, да? Ну, мы будем считать, что да. И чем это отличается от экстаза? Тем, я думаю, что субъект этого катарсиса все-таки твердо понимает, что я остался, допустим, я был Иванов Иван Иванович. И я после катарсиса остался Ивановым Иваном Ивановичем. Просто какой-то, вот я Иван Иванович, ну какой-то более просветленный, более очищенный и, ну, как бы лучший. А все-таки экстаз – это исхождение из себя. И если, допустим, в момент экстаза, до экстаза я был Иванов Иван Иванович, то после экстаза, например, я уже святая Тереза. Пусть меня простят религиозные товарищи, чтобы было понятно, что во время экстаза происходит исхождение из своего психологического состояния или душевного, или духовного. Будем так считать. А вот нашем... Чиксенмихайи, который написал теорию потока, и все, кто желает и не знает, могут в YouTube-канале найти Чиксенмихайи «Поток». Да-да-да, есть. И он выступает и говорит, что для чего искусство нужно, чтобы встряхнуть, ну, как говорил Пикассо, чтобы встряхнуть пыль с повседневности, и почему театры и кино создавались, потому что люди, когда смотрят театр, это еще с древних времен, он как бы от бытовщины отвлекается и там живет этими образами героев, и он сам в этот момент герой, и у него происходит какое-то, и может быть, просветление ума, может быть, ну, Шекспир же такие вещи говорил, которые, в принципе-то, у каждого в подсознании сидят, просто автор вот, обычно писатель или художник, просто сумел выразить какие-то народные чаяния, и у людей, вот читает человек Шекспира, да, кажется, это так, вот в этот момент у него происходит. Вот Чиксенмихайи говорил о том, что тот человек, который любит свое дело, ну, кто-то музыку пишет, кто-то стихи пишет, какой-то момент, когда он входит в поток, это состояние, когда уходит страх, комплексы, стереотипы, и он как бы сливается с бесконечностью, с Богом, как бы сливается, условно говоря. Ну, в этот момент как бы у него и рождается ощущение понимания событий, у него рождается ощущение какого-то морального экстаза, вот этого удовлетворения. Я слышал такое понятие, что тогда ему вся природа помогает, потому что он как бы на одной волне со Вселенной, со законами природы. У него уходит эго, если говорить, как буддисты говорят. Эго уходит, его личное самоутверждение, страх, эгоизм там какой-то, уходит, и он сливается с деятельностью, как говорят еще в такой метафоре,
человек, стреляющий точно в цель, воедино с целью. Вот там вот может и происходит сброс вот этого всего наносного у человека. Он выходит на свое истинное «я», человек, творец по природе. Он же геном Творца, в нем заключена вся внутренняя эпоха предшествующих поколений. И когда он наконец совпал со своей способностью, со своим талантом, со своей деятельностью, вошел в поток. Вот я когда рисую, я уже говорил, иногда у меня возникает такое состояние, когда я, не задумываясь, уже рисую, и потом могу сказать, моей рукой водил Бог. Ну, то есть, ну, это близко к тому, о чем ты говоришь, или нет? Ну, давайте так, что я не встречал литературы, где вот эти все состояния запредельные были расфасованы и классифицированы, ну, так, чтобы это, ну, обрело общее признание. Потому что, ну, Маслоу говорит о пиковых переживаниях, да, Выгодский трактует катарсис как преображение, ну и так далее. То есть, вот мы уже говорим о экстатических состояниях, которые тоже очень разнообразные. Мы говорим о катарсических переживаниях, которые тоже очень разнообразны. Мы уже поняли, что катарсис может быть и интеллектуальный, и идейный, и духовный, и эмоциональный, и физический, и социальный какой-то, и так далее. Их можно, да, и эти теории, все они есть, описаны, и этих теорий катарсиса много. Поэтому давайте мы сейчас ближе подойдем к тем механизмам, которые, ну, с вашей точки зрения, могли бы, ну, вести людей самых разных к катарсическим переживаниям. Ну вот, например, когда человек у священника там вот это вот покаяние, когда он там рассказывает о грехе своем, как это называется, когда приходит священник и раскаивается над своими... Ну, покаяние, да. Да. И вот тут он вдруг все, что у него было на душе, высказывает, как у психоаналитика на психоанализе, говорит о том, что его мучает, то, что его тревожит. Психоаналитик же наводит своими вопросами на больную точку душевную. И тут говорит, и у него получается освобождение. Потом он говорит, исповедь. Исповедь, да, может быть, она на этом основана, там тоже может быть это, что и у художника, когда он рисует, попадает в эту точку разгрузки, так сказать, на пике самого высшего напряжения, ну, в соответствии со своей любимой деятельностью, а на исповеди он освобождается от груза, который ему мешал быть самим собой. И вдруг он освободился от всех своих поступков до него постыдных, раскаялся, и очищение наступило, нет? Может быть, это один и тот же механизм, просто в разных областях, и просто у обычного большинства людей эти пазлы не складываются, а вот мы с тобой сейчас говорим об этом, ассоциации разные вот такие набрасываем, как на картине Москвы, и мне кажется, что... У многих может пазлы сложиться, и они нам могут даже подсказки какие-то сделать, написать комменты там под нашим видео, как они себе это представляют. Вот твои студенты, например, как себе это представляют? Вот когда ты лекции читаешь, они как на это реагируют? Ну, во-первых, студенты – такая публика, которая эти состояния переживает гораздо чаще, чем мы с вами вместе взятые. Ну, если вы помните по своей молодости – да, где-то идешь там по улице, вдруг какой-то мотивчик, вдруг раз волосы дыбом, да, и ты думаешь, боже мой, вот вселенная, она такая-то, такая-то. И потом самому смешно, вот, но этими переживаниями мы дорожим. Ну, я думаю, что механизмов входа в эти состояния очень-очень много. И, ну, кому-то нужно сигаретку, я извиняюсь за грубость, выкурить, кому-то нужно чашечку кофе бахнуть, кому-то нужно посмотреть там на красивую женщину или на мужчину, как кому нравится. Вот, и, ну, мне, опять же, поскольку мы вокруг вашего ключа все-таки крутимся, то мне хотелось бы, ну, мне кажется, что один из механизмов физиологических, который работает в вашей в этой технике, его хорошо описывает тот самый Берштейн, о котором мы говорили на прошлой нашей встрече. Вот, и я напоминаю,
механизм, я уж не помню, мы там его коснулись быстренько-быстренько, разговор идет о чем? Вот есть маятник, да? Вот мы с вами в детстве катались на качелях. И как это все происходит? Вот качель идет сюда, и в этот момент нужно делать пым, и она пойдет далеко. А все в это время мы расслаблены. Потом опять пым, и она сама долгое время катится. Потом опять пым, и она сама, мы это время раскрепощены. Да? Вот только вот здесь пым, а вот здесь все время у нас свобода. Ну, Берштейн здесь цитирует из Анны Карениной большой эпизод, когда барин учится работать косой. И ему мужичок объясняет, что здесь нужно раз, а назад ты идешь сам. Раз. И если, допустим, до того, как ему у барина не получалось, эта работа была крайне тяжелой и... Ну, выснажливую украинскую мову, и что-то я сегодня украинскую мову расповедаю, то когда он понял, что в этот момент нужно пым, а назад уже тело само, раз, и назад тело само, и вдруг он почувствовал удивительное облегчение, и жара спала, и он попал вот в это благостное состояние, которое Берштейн подчеркивает, и мне кажется, что вот эти ваши все упражнения, они имеют в себе вот этот механизм, когда пымс, а дальше руки да, сами. Да, да. Я Толстого почему и люблю, потому что в Анне Карениной он как раз таки обратил внимание, как Левин косил, у него он был загружен проблемами. И вот он косил, и когда, я бы сказал, когда попадал в ритм, да, когда его действие совпадало здесь, ну, когда он, его состояние попадало синхронно с действием, у нас же есть прием косить траву. А вот кайзер Германии, оказывается, покупал, значит, большие угодья, леса и рубил каждый день дрова. То есть он вот это движение делал, вот это движение. Оказывается, у него был невроз, и он спасался этим. Если бы он знал, например, приемы ключа, он бы просто не покупал столько леса, не портил и время не тратил, а просто стал бы и моделировал бы вот это вот действие, которое синхронно его состоянию. Весь ключ состоит в том, чтобы подбирать себе индивидуальные действия, которые синхронны текущему состоянию каждого человека, перебирая разные варианты повторяемых движений или делая идеорефлекторные движения. Когда он делает идеорефлекторные движения, у него тоже триггерно-квантовый переход происходит, тоже освобождение. Вот я вот в последнее время дошел до такого понимания, что наши переживания имеют огромный ядерный потенциал творческий. Если их соединить, вот я переживаю, там у кого-то несчастная любовь, у кого-то скоро выход на сцену, он нервничает, колотится, у него нервная дрожь. Если он переживает перед каким-то действием или решает какую-то проблему, если он соединит это с тем, что его организм в этот момент просится сделать, например, нервная дрожь, потрясись, или, допустим, хочется сжать кулаки, сожмись. Если он синхронное действие текущему состоянию, а не блокировать это в себе, сделает, у него открывается этот потенциал. И вот его переживание перед сценой может как раз-таки послужить тому, что если он прислушается в этот момент к себе, в момент переживания, и сделает, что его организм пытается выдать инстинктивно, прислушаться, то есть надо слушать себя, сделайте это, и потом, когда он будет выходить на сцену, он будет чувствовать себя легко, свободно, то есть мы не используем переживания для того, чтобы сделать их стресс-трамплином для достижения, мы их пытаемся по незнанию, по невежеству просто блокировать, потому что нас никогда в школе не учили, что наши дергания ногой или постукивания пальцем могут быть не только так неправильным действием. Нам всегда говорили, сидеть правильно, не дергайся. А на самом деле это потенциал пытается, ну, дома это надо делать, не в классе, конечно, но если дома делать в виде упражнений те же самые действия, которые ты непроизвольно производишь, то потом в классе ты сидишь, не дергаешься, а внимание у тебя спокойное, сосредоточен. Ну как, откликается, нет?
Откликается, да. Ну, смотрите, опять же, приемов очень много. Мне важно следующее, что в момент... Вот этим всем вещам нужно учить. Вот я по своим студентам знаю, что... Да и по себе знаю, да? Вот я понемножечку начинаю понимать вот эту биомеханику. Так при том, мне сколько уже лет, и я уже музыкант, и много лет я, успешный в Харькове музыкант. А только вот к своим годам начал понимать, что, что происходит, и как сделать то, чтобы играть дольше и легче, и, как мне кажется, лучше, пусть это уже мои зрители, слушатели будут говорить. А студенты тем более, понимаете, иногда простые вещи, вот стакан. Да. Вот театралы легко делают, а музыканты иногда ужасно. То есть, казалось бы, простые вещи, а они не в крови. Да, и поэтому нужно очень долго и подробно объяснять, во-первых, заставить поверить, что это важно для исполнительства, что кривая походка на полусогнутых ногах может отражаться в шее, а шея потом со скрипкой, вот эти пальцы кривые. И это, во-первых, нужно, чтобы поверили, а во-вторых, чтобы это стало привычкой. И тут, конечно, вот наша... работа смыкается с педагогикой, потому что нужно доносить до широких народных масс, что культура тела... И вы помните, это еще у Платона сказано, что тот безграмотный, кто не умеет танцевать. Понимаете, интеллектуал всех времен и народов, умница, настаивал на том, что нужно уметь танцевать. Для нас это кажется, подумайте. А я сейчас скажу, в чем дело. Дело в том, что есть два пути. Есть обязательный танец, который одному подходит, другому нет. И вот ему неохота этим заниматься. А если ему объяснить, а ты подбери тот танец, который тебе подходит, и вот сам подбор путем перебора развивает творческую интуицию, что потом другие все вопросы ты решаешь проще, быстрее, эффективнее. Если бы ему педагог так объяснил и показал несколько вариантов танцев, и тот бы подбирал себе то, что ему синхронно, он бы вышел на какой-то танец и делал бы его так легко. Он скажет: слушай, я же с детства его так делал, как я не понял. Оказывается, это тоже так можно. Нам же лекалы дают, вместишься ты в этот лекал, будешь в этих ботинках ходить, не вместишься, тебе придется это с трудом осваивать. Поэтому, когда педагог говорит, танец помогает во всем, танцуй, ему-то это помогает, потому что он свой танец танцует. А мы как раз вот этим разговором, Евгений, с тобой помогаем всем людям понять, кто еще не дошел до этого, что мы все танцовщики, мы все художники, мы все пианисты, мы все барабанщики, если найти свое действие. Вот так барабанить, а не так, как нам показывают. Барабанить по-своему, петь по-своему. Вот помнишь это самое, когда все громко пели, нашелся человек, который пел тихо, Жо Дассен, по-моему. Он нашел то, как ему подходит, и сразу стал знаменитым. Он преодолел стереотип, то есть лекал. Ну, вот мы как раз-таки говорим о том, что, по идее-то, мы с тобой ведем эту программу уже второй-третий раз, еще мы будем встречаться, дай бог, да, для того, чтобы люди услышали себя, потому что нам с детства говорят, так сиди, так вот ногой не дергай, то есть нам дают, как делать, как кто-то делает, мы должны научиться еще быть самими собой. Но если в общей культуре не принято вот так делать, делать дома в виде упражнений. Очень удобные ваши упражнения. Я всегда своим ученикам говорю, что вот вы думаете, что для того, чтобы быть в норме, нужно куда-то ходить, какие-то фитнес-классы, где-то специальной одежде, да, находить время, куда-то ездить, какие-то должны быть снаряды обязательно. Зачем? Вот то, что вот эти все ваши гимнастики, они делаются где-то в коридоре, где-то на лестничной клетке, где-то за кулисами. Притом можно быть в пальто, можно быть в гриме, можно быть вот такой прической, можно быть в какой-то удивительном костюме театральном. Ничего страшного. Подрыгали ногами. Евгений, знаешь, родной мой, мне сказал один человек.
Я, говорит, такое состояние, как после этих приемов ключевых, испытывал в фитнес-центре после, там есть какое-то движение, которое с тренажером делается. Какой-то, я забыл, как то ли калиолис, то ли как-то называется, эллипсоид. Он говорит, я на эллипсоиде обычно начинаю делать, говорит, в фитнес-центре. Мне сначала трудно, потом я в ритм войду, и вдруг бах, такое освобождение, и я на автомате продолжаю. Так я, говорит, теперь понял, я же могу не ходить в фитнес-центр, а могу дома сесть и искать ритм, да, искать ритм и найти ритм. Сам поиск ритма, это, говорит, то напряжение, а как только вошел в ритм, получается, он так сказал, квантовый переход. Ну, это красивые слова. Лучше сказать, как у Бернштейна написано, иннервационно-реактивное движение. Имеется в виду следующее, что реактивное – это подчеркивание того, что вот эти силы, которые разыгрываются, ну вот в руках, да, ну, как говорится, снаружи, они должны быть подкреплены иннервацией. Только эта иннервация должна быть вовремя происходить, а не тогда, когда она мешает вот этим силам, которые разыгрываются на периферии. Положительное подкрепление попало. Да, вот эти инерционные силы, которые содержат это движение само по себе, да, вот оно идет вперед-назад, и нам нужно только вот здесь, пымс, и тогда оно будет. А пока мы вот на качели вот это все катаемся, мы испытываем блаженство. Ну, посмотрите, да, на лицо ребенка, который полчаса, значит, на этой качели катается. Сплошное блаженство. Или вспомните, как это мы в детстве делали. Почему? Потому что я, как говорится, бесплатно имею... Ну, это то же самое, что разгрузка, а ребенок делает совершенно думая о своем, и в это время на автомате это делает. Там, видимо, в этот момент, когда он начинает, импульс вот этот напряжение, а потом идет расслабление. Я же об этом все время говорю, что попеременное напряжение, расслабление снимает, и повторяемое движение снимает напряжение. Евгений, очень интересно было бы, если бы ты попробовал со студентами всех пригласить в Zoom, и чтобы мы посмотрели, как они реагируют, и мы бы с тобой вместе подобрали бы, подсказали им научные принципы подбора индивидуальных приемов, синхронных их к собственному состоянию. Если бы они 5 минут поделали, каждый нашел бы себе свое действие, свой танец, свой подъем моделируемой штанги, и вдруг бы почувствовал результат, и сказали бы, о, слушай, этот метод, суперметод, такого раньше не слышал, чтобы так быстро и понятно все было объяснено, и сразу получить яркий результат прямо на глазах. Ну, давайте дождемся до сентября, потому что сейчас все равно все у бабушек или где-то там непонятно где, на дачах или на море и так далее. Ну, а в сентябре опять за инструменты, опять спины болят. Слушай, а может так сделаем, мы объявим вот сейчас, потому что до сентября, может быть, ко мне недавно обращались люди, хотят, ну, бабушки, которые хотят, чтобы их внуки готовились к экзаменам там каким-то. То ли поступать, то ли что, их много ко мне обращается, и каждый по-своему. Может, не дожидаясь сентября, такой клич бросим и в Зуме проведем бесплатный ликбез. Давайте попробуем, да, это хорошее дело. Мы с тобой выйдем так в Зум и всем скажем, давайте выходите все, и мы начнем все вместе, и там они приведут своих детишек, и все вместе мы попробуем. Ну, давай ориентировочно. Как ты смотришь, как у тебя по расписанию? Ну, я сижу на даче, когда нужно, я приезжаю домой. Я в это лето никуда не уезжаю. Я борюсь с ковидом всеми силами, сидя на даче и занимаюсь. Если мы скажем всем, у нас же в школе Чекбуши Homo Futurus, там 60 тысяч подписчиков, может, мы сегодня сейчас скажем, готовьте зумы, что мы с Евгением Воропаевым будем проводить для зума, для всех. Введите своих детей, подростков, кто куда готовится к экзаменам, к выступлениям, к соревнованиям, к олимпиадам, или кто плохо спит, или у кого голова болит. Что мы с Евгением будем проводить зумы, все будете подключаться, ждите объявления. Мы в наших сетях напишем, какого числа и во сколько. Правильно я сказал? Хорошо, я подстроюсь.
Я подстроюсь, это дело хорошее, и, знаете, я иногда пытаюсь понять, вот зачем я это все делаю, потому что, ну, сидел бы себе спокойно, вот, а так нужно суетиться. Но, вы понимаете, есть очень какое-то простое такое человеческое объяснение, что я хочу жить в благополучном обществе и общаться с благополучными, приятными для меня людьми. И это не часто получается, ну, не, ну, вообще уже, конечно, получается, но бывает по-разному, вы же сами знаете, да? Поэтому, ну, мне всегда приятно попасть в хорошее дело, и я думаю, что... Это во-первых, потому что штырь такой у нас работает творческий, что нам хочется поделиться, правильно? Да, да. Это первое. Второе, мы ищем братьев по разуму. Да. Ну да, ну прежде чем искать там в космосе, есть эзотерики, они там якобы общаются, ищут братьев по разуму. Все фантасты мечтали об этом, найти братьев по разуму. И Циолковские, и все, да. А нам же вот сейчас на Земле хотя бы найти братьев по разуму. Чтобы могли вот так синергетически разговаривать, вместе пытаться найти истину. Творчески, обсуждать спокойно, как человеки. А то я смотрю в интернете, черти что происходит. Нас же расчеловечивают, и мы можем как раз-таки противопоставить наше общение человеческое. Вот поэтому... Да. История это очень старая, если помните, кто-то из древних бегал днем с огнем, с факелом, искал человека. Поэтому я думаю, что времена на самом деле не сильно меняются, но, разумеется, ну помните, был мультик хороший в советское время «Баранкин будь человеком». Да, да, я да, думаю, да. Что это вечная история. Да, и вот мы создаем совместно науку человечности, и поэтому, вспоминая этого Баранкина, очень к месту. Будь человеком. Кстати говоря, даже некоторые бизнесмены говорят, когда я поступаю по-человечески, это, говорит, выгодно. Да, да. А, ну, врать не приходится, и по башке тебе потом не дадут. Ну, это очень важно, это система безопасности. А я как раз приготовлю к нашему зуму очень важную тему. Нам всем нужна точка опоры в этой неопределенности, в этой неизвестности. И она внутри нас есть. Это наше состояние безмятежности, это наше состояние, когда мы спим и бодрствуем между сном и бодрствованием, нулевое состояние, в котором мы дрейфуем между пиками напряжения и расслабления, и там, соединяясь рациональное и нерациональное, у нас открывается вот то, о чем ты говоришь, и катарсические моменты тоже, и очищение тоже. И там открывается иногда свобода ассоциации, которая кристаллизуется вокруг темы, с которой мы пытаемся заснуть, решить какой-то вопрос, который нас давно волнует и никак не можем, а в какой-то момент мы попадаем в это нулевое состояние, и там нам открывается, потому что уходят страхи, уходят комплексы, эго уходит. То есть я хочу сказать, что нирвана бывает и там тоже, в этой волне дрейфа между сном и бодрствованием. Евгений, я тебе очень благодарен, я тебя обнимаю, привет Украине и все наши участники, которые будут смотреть и смотреть завтра наше видео, тебе передают привет. Из Украины спасибо. Нам пускай передают привет. Мы же спасибо. Работаем для того, спасибо. Чтобы дружить всех, да. Конечно, да. Нужно дружить, надо дружить. Надо быть человеками. Так, так. Тогда на все доброе. Да, 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 спасибо. На все доброе.